Как показал опрос ВЦИОМа, россияне больше интересуются недалеким прошлым России, чем настоящим и будущим. Какой же период истории более привлекает соликамцев, сейчас узнаем. Ну да. А каким конкретно периодом? Ну, конкретно периодом, тем периодом, который определяется как период советской власти. О, а что там такого интересного? Ну, вы не жили, вы не знаете, а как по мне, так было все интересно. Интересуетесь ли вы историей России? Конечно, это важно для каждого человека. А каким конкретно периодом интересуетесь? Скорее всего, 19 век, начало 20-го. Ну да, интересуюсь. Почему? Потому что наша страна, она многогранна, у нее великая история, интересная история. Если мы не будем знать нашей истории, мы не будем знать нашего будущего. Да, в общем-то, не знаю. Не особо, да? Не особо. А почему? Некогда. Ну, когда как. А когда интересуешься? Да не знаю. По выходным? Ну да. Современной историей России или где-нибудь прошлой? Ну, зарубежной историей. Зарубежная история России? Да. Мне интересны все периоды. Начиная с древних веков и заканчивая современным временем. В каждом периоде есть что-то интересное, есть что-то важное, поучительное самое главное, откуда мы можем взять не только какие-то сведения об истории нашего государства, других государств, но и взять для себя какие-то уроки, жизненный опыт. Как раньше в молодости интересовался, читал много, а теперь просто некогда. А каким периодом конкретно интересуетесь? Петровским, Екатерины II. А почему именно ими? Интересно было читать. Добавлю, на днях представили обновленный учебник истории для старшеклассников. В нем полностью переписаны разделы от 70-х до нулевых годов и добавлена информация от Крыма до специальной военной операции.